Иржан Нургалиев. Спасибо большое. Мы хотим от имени казахов в Москве поздравить вашу страну с замечательным событием, с Днем Независимости. Узбекистан – наша дружественная страна. У нас, кстати, тоже позавчера был День Конституции. Вот. И все это совпало с таким прекрасным праздником. Я хочу пожелать всем нашим народам любви, мира, счастья и благополучия. И эта песня для вас. Созвездие, соцветие лучших артистов. Дальше, больше и лучше. Я хотела бы пригласить нашего давнего-давнего друга, член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, вице-президент Международной академии единства и сотрудничества народов мира и руководитель Таджикского культурного центра Худжида Хамрагулова. Добрый день, дорогие друзья. Прежде чем огласить свое поздравление, я бы хотела поблагодарить
поблагодарить журнал «Союз национальностей» Марину Петровну дорогую за такую замечательную инициативу, вот, давшую своего рода такой вот толчок параду независимости или параду праздников независимости. Сегодня у нас несколько праздников. И Курбан-Байрам, и начало осени, и 1 сентября, и День знаний, все вместе. Когда-то все, о чем я говорю, это были наши общие праздники. Но сегодня он тоже продолжает быть общим праздником, и он нас объединяет. Что касается независимости, я, наверное, скажу сейчас какую-то вот крамолу. Вообще, я считаю, что никакой независимости в этом мире нет и быть не может. Мы все зависим друг от друга, все абсолютно. И человек, в семье, в обществе, и страна. Все мы зависим друг от друга, поэтому я бы, например, если бы это было в моей власти, назвала бы этот праздник не Днем Независимости, а Днем Республики. Это было бы правильно. День Республики Узбекистан, День Республики Таджикистан, День России, кстати сказать, не День Независимости России. Вы знаете, я почему об этом сегодня думаю? Потому что на самом деле, когда мы просто называем день, мы вспоминаем, что мы все друг с другом связаны. Я мечтаю, лично я, мечтаю о том дне, когда мы все вместе снова будем ездить из конца в конец и не знать границ между Узбекистаном, Таджикистаном, Россией и так далее. Пусть о границах знают картографы. А мы будем вместе снова огромным, единым, многонациональным народом. Вот об этом я мечтаю. Я Союза и так далее. Как бы там это ни называлось, я мечтаю о нашем единстве. И в связи с этим я, разумеется же, поздравляю моих узбекских друзей. Я поздравляю все узбекское сообщество с этим праздником. Я коренная самаркандка по происхождению, по национальности таджичка, по гражданству россиянка, по месту проживания москвичка, по воспитанию и духу человек мира. Я поэтому говорю, самое главное, что нас может объединить, это девиз, давайте дружить. Я считаю, что дружба – это самое главное между всеми нами. И в связи с этим мне хочется вспомнить здесь величайшие гениальные строки классика поэта, поэзии всех народов и всех стран, великого Хафиза, который всего в двух строчках выразил все, что я сказала в таких многих словах. Он сказал: «Дарахты дусты беншон, ки коми дил бабор орат, не голи душмани баркан, ки ранче бешмо орат». Древо дружбы посади, желание сердца плод его, и выкорчуй росток вражды, беда без краю плод его. Дорогие друзья, давайте сажать дерево дружбы и выкорчевывать все ростки всякой неприязни, злобы и прочего. Давайте дружить. Спасибо. Еще раз я прошу прощения, я забыла сказать, видите, как я сегодня с корабля на вал, немножко волнуюсь. Значит, мы пришли сюда не с пустыми руками, вообще-то мы хотели представить достаточно такую маленькую, такую концертную, даже можно сказать, программу таджикскую в качестве такого поздравительно-музыкального поздравления нашим узбекским друзьям. Но не получилось в связи со многими здесь техническими штуками. Поэтому есть одна замечательная песня, которую исполнит мой друг, член Таджикского культурного центра Хуршет Хошоков. И называется эта песня «Эй, Сана, о красавица!» И она в тему, ей-богу. Здравствуйте. Пожалуйста.